Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня строим теплицу павильон нового образца. Цвет коричневый, размер 3х6. На брусе будет он у нас стоять. Вот, сейчас собираем фундамент, будем торцы делать параллельно. Старый поликарбонат какой-то, видимо, теплица стояла до этого. Каркас у нас готов. Сейчас осталось прокрутить верхние прогоны и начнем крыть его поликарбонатом. Каркас у нас стоит, уже нанизаны стеновые листы поликарбоната. Сейчас их нужно прокрутить окончательно. Установлен уголок, перелив с крыши на стену и декоративный облицовочный уголок, вертикальный на торец. Начали крыть крышу. Сначала кроем те места, где не будет фрамуг. Потом устанавливаем фрамугу. По месту ее правим, если надо. И затем уже закрываем здесь листом поликарбонат. Вот это в одной секции уже установлена фрамуга. Здесь пока фрамуги нет. Все, у нас фрамуги установлены. Крыша покрыта. Сейчас осталось подрезать лишнее. Полик срезать, поставить торцевой профиль и окончательно зафиксировать листы. Теплица у нас практически готова. Осталось покрыть дверь поликом и установить термоприводы. Чем сейчас займемся? Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня павильон New, шириной 3, длиной 6 метров, цвет коричневый. Стоит на брусе. Брус пропитан антисептиком. С одного торца у нас дверь. Дверь тоже нового образца. Но такой поворотная ручка. Раз, закрылись, открылись, все удобно и красиво. Форточка тоже нового образца, большая, шикарное проветривание. И точно такая же ручка там стоит поворотная. Каркас теплицы у нас профильная труба 40х20, это несущая арка, подпирающая 20х20, арки в виде ферм. Также для большей жесткости установлены вот диагонали укосины по одной на каждую сторону. Сверху у нас имеются две коньковые фрамуги, оснащенные системой термоприводов. Арки крепятся между собой с помощью прогонов на саморезы. Поликарбонат здесь 4 мм толщиной, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также имеется резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности.
А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока.